Здравствуйте, меня зовут Григорий Герцен, доктор of dental surgery. Мы приветствуем вас в Dental Spa. Знакомьтесь, это Dental Spa, клиника стоматологии, в которой лечение проходит с удовольствием. Мы знаем о новейших методах и технологиях и применяем самые совершенные из них. Здравствуйте, меня зовут доктор Майкл Герцен. Добро пожаловать в Dental Spa. Для меня, что это значит быть дентистом, это возможность не только поменять людей улыбки, а поменять их жизнь. Я уже в третьем поколении врач. У меня мама и дедушка были врачи. Поэтому у меня другого выбора не было. Только медицинский институт. Мой сын и я постоянно учимся на самых высших ступенях дентал-стоматологического образования. Мы постарались воплотить в жизнь последние достижения стоматологической науки и эргономики медицинских учреждений. Мы стараемся не только принести самый лучший сервис для наших пациентов, но, кроме того, получать от того, что мы делаем, огромное удовольствие и удовлетворение в будущем. В нашем офисе, за всю историю этого офиса, после того, как мы его построили и начали работать, 8400 с лишним пациентов прошло через наш офис. Первый раз я пришел в этот офис, именно в этот офис в 2002 году. Я очень доволен его работой, и я вообще потрясен его знаниями. То есть он мне сделал новый рот, и мне стало не стыдно улыбаться. Всегда рекомендую его как лучшего доктора в Америке. У меня есть большой экспириенс доктора и в Америке, и в России. Без сомнения, я порекомендовал его кому угодно. Мы ценим его как доктора, и мы ценим дружбу с ним тоже. Самое главное, что мы можем сделать в нашем офисе, это восстановить зуб практически из ничего. Если есть корень, есть окружающая кость, нам этого достаточно, чтобы восстановить зуб. Остановка храпа, улучшение дыхания, восстановление мгновенно, практически за час, восстановление зубов, исправление прикуса, если нет места для языка, потому что скученные зубы и неправильно расположенные челюсти. В нашем офисе есть необыкновенная технология, которая называется Invisalign. Это новый этап развития. Челюсти выравниваются быстрее, чем с обычными брекетами. В нашей компании, поскольку мы считаем здоровье пациентов важнее, чем финансовые отношения между врачом и пациентом, у нас существует так называемое финансирование. Если у человека какие-то проблемы, не обязательно искать деньги, одалживать. Есть финансовая компания, которая оплатит лечение полностью. Мы заботимся о том, чтобы улыбки наших пациентов были здоровыми и красивыми. Улыбка открывает двери. Это уже доказано. Поэтому улыбка может приносить не только счастье и здоровье, но самое главное – успех!